адмирала Фокина. Благоустроили эту территорию. Когда-то здесь было троллейбусное кольцо. А сейчас здесь прогулочная зона. Даже сцена есть. Слышны колокола на Спасо-Преображенском соборе. Сейчас звонят. А здесь на подпорной стенке всякие исторические фотографии и тексты, рассказывающие историю города. Здесь вот такие вот интересные фонарики, беленькие. Голуби, голуби.
там цветочный пассаж находится. Там на фасаде надпись «Владивосток». Ну и здесь заведения разные. Девчонок фотосессия, красавица. Так, здесь вот адрес адмирала Фокина, 19. А здесь музыкальный клуб «Контрабанда». Ну, неизвестно, функционирует он или нет. Дворик. Адмирала Фокина, 15. Вот этот вот дом. А там Семеновская.
Алиутская, 27. Вот этот дом. Здесь магазинчик «Приморский кондитер» находится. А вот в этой арке она разрисована тоже на тему «Владивосток». Находится магазин «Сундук». Ну, такой интересный магазин, там разные товары на тему «Владивосток». А магазин «Сундук» находится у нас по адресу Адмирала Фокина, 10А. Такой магазин. Здесь такой вот интересный домик. Фонтаны запустят 1 мая. В общем и целом, это наш Владивостокский Арбат. Здесь в теплое время года выступают уличные музыканты. Даже бывают дельные музыканты. К примеру, трио «Мохито». Есть такое. «Теория струн». Был квартет «Бизе». В общем, впереди там спортивная гавань, набережная спортивной гавани. Здесь, похоже, моют напольное покрытие. Шампунем моют. А вон там продается пинце. $130
конце сейчас стоит. Волонтеры какие-то ходят. Здесь стройка какая-то идет. Ресторан Супра, ресторан грузинской кухни. Ой, велосипедисты. Укладывают гранитную плитку. Здесь, ну не плитка, а такие какие-то кирпичики. Здесь ресторан Супра. Вон. Здесь сувениры всякие разные продают. Что? Это у нас... Всю спортивную набережную ремонтируют. Вот. К фонтану не пройти, что ли? Мыльные пузыри. Стадион «Динамо» 100 лет. О, там. В общем, здесь ремонт на набережной. Там уже на катамаранах катаются и под парусами ходят. Китайский блогер. В том направлении юбилейный пляж. Ну там фудкорты всякие разные находятся. Здесь вот все ремонтируют, кустиками занимаются люди. Какой-то электроинструмент там, звуки раздаются, турбинка или что работает. Также в ту сторону водная станция ТОВ. На этой барже сделали открытый бассейн. Вон там он находится.
Ветерок здесь дует. Там под парусами ходят. В хорошую погоду здесь люди любуются закатом, провожают день. А в данный момент вот парочка сидит. Ну и люди приходят на берег моря, слушают звук волн, кидают камушки. Гуляют. Фотографируются. Техника безопасности соблюдается. Всем, кто катается на катамаранах, выдают спасательные жилеты. А там паруса. Ангелы, чебурашки здесь, художники, музыканты,
Местные дедушки из Китая. Там колесо обозрения, парк развлечений, карусель. Мороженое, пирожное. Яхт-клуб «Тихий океан». Там в парке карусель такая, которая вот кувырком, так скажем, людей туда-сюда. Вон она. И орут они. Вау. Вверх головой. А это яхт-клуб «Тихий океан». Здесь пирсы. Набережная спортивной гавани. Спортивная набережная. Стоят здесь яхточки, водные мотоциклы.
шлифует Морти. Здесь мужики что-то лачат, какие-то части, двери там какие-то у них. Волны поднялись, только что катер там прошел маленький. Здесь волнорезы.
красота. Ремонт на спортивной набережной происходит, поэтому раздаются звуки электроинструмента. Там брусчатку меняют. А там где-то турбинкой работают в том направлении. Поэтому звуки такие.